Всем привет! Всем привет из старого города. Видите, возле дверей лежат мешки. Это не Дед Мороз забыл, нет. И не груда мусора. Вчера в Висморе было наводнение. Затопило близлежащую часть старого города, которая к морю близко расположена. А это мешки с песком. Чтобы вода не зашла в дверь. Да, песок защищает двери от проникновения воды. И, как вы видите, нижняя часть домов такая обколупанная, в общем, скажем. Да. Улицы из-за этого грязные, так как из клумб поразмывало воду. Ну и мостовые мокрые. Дождя не было, просто море вышло из границ гавани наружу. Там расположена старая гавань. Так, отсюда, конечно, море не видно, но оно совсем близко, 100 метров, наверное, максимум. Вот. Ну и вот эти мешки, некоторые до сих пор не убрали, так и лежат. Видите, большая противная крыса. Но она... К сожалению, да, в Висморе... Это рок-музик, кафе. Да, к сожалению, в Висморе... Ралфред. Крысы тоже имеются. Крысы имеются. Например, во дворе университета. Тут еще Хэллоуин не закончился, видите? Пауки. Там, кстати, играют в карты. Крысы. Дартс. Вот. Во дворе университета, возле мусорок, там много мусорок находится. И вот на этой площадке, где мы проходим, там завелись они, иногда можно увидеть. Надеюсь, что скоро их выведут, изведут. А вот здесь находится Фриша Грубе, небольшая река. Вообще она такая очень мелкая, незначительная, невыразительная. Ручеек. Но вчера здесь было наводнение, так как она наполняется морем. Она наполняется морем. И она очень хорошо вообще наполнилась. Да, и бедным людям пришлось вот так спасаться. Мешками. Сейчас она, видите, уже вполне на своем месте, да. Низко, как и обычно. Даже, может быть, и ниже, чем обычно. Вода сильно ушла. Это наша одна из городских достопримечательностей. Гевёльбе. Гастхаус, посмотрите, какой еще мокрый. Да, вот. И закрыт, Сегенкрок. Гастхаус. Там расположен, да. Видите, он, ну, не до середины, но на треть самого строения, не считая крыши, видите, мокрый. И вчера вода затопила мостик, на котором находится Гевёльбе. Историческая. Вчера здесь было не пройти, улицы были перегорожены, стояли сотрудники Feuerwehr, так сказать, немецкая МЧС. И на Фейсбуке все время размещали сообщения с висморского телевидения, чтобы люди убрали из прибрежной зоны автомобили. Но люди почему-то этого не делали. И машины немножко даже так плавали. Всем пока. Хорошего дня.